Преодолев тысячи световых лет, юный землянин Флэш Гордон и его друзья попадают на загадочную планету Монго. Вместе с героями фантастического мультфильма «Флэш Гордон» ты станешь участником самых захватывающих космических приключений. Обожаемая детьми всего мира героическая четверка вновь отправляется выслеживать злодеев, помогать друзьям и поглощать пиццу в безостановочном темпе. Новые приключения черепашек-мутантов-ниндзя. Пятая черепашка – триумф Шреддера. Отважный горец. Он стал легендой. Бессмертный воин, юный Квентин из рода Маклаудов. Он вновь сплестит свой меч с врагами в увлекательной мультипликационной версии легендарного фильма жанра фэнтези «Горец». Последний из Маклаудов. Бегство. Прекрасная сказка о невероятных приключениях в далекой волшебной стране юного единорога, отправившегося на спасение своих сородичей. Лучший подарок вашему ребенку. Замечательный мультфильм «Последний единорог». Отважный Тостер и его друзья отправляются в удивительное путешествие на поиски своего маленького хозяина. Уолт Дисней представляет. Лучший рождественский и новогодний подарок – мультфильм «Отважный маленький тостер». Новый подарок от создателей маски – Mortal Kombat – защитники империи. Захватывающие приключения, потрясающие технологии будущего и суперпоединки в мультфильме «Mortal Kombat – защитники империи. Мечи амазонок. Восстание». Невероятные приключения Билла и Теда. Новый мультик от создателей Тома и Джерри. Когда перед Биллом и Тедом внезапно появляется машина времени, замаскированная по телефонную будку, друзья немедленно отправляются в невероятное путешествие. Вперед в прошлое, потерянная книга. Было время, когда люди еще верили в волшебство и, может быть, были правы. Легенда о принце Валианте. Мультфильм о приключениях отважного 16-летнего принца и его верных друзей в славном Камелоте короля Артура и рыцарей круглого стола. Тайна Черной горы. Ловушка. Студенту Киту Уокеру было предназначено судьбой стать фантомом, чтобы продолжить миссию, переходящую от отцов к сыновьям на протяжении 5 веков. Присоединяйтесь к благородной миссии «Фантома 2040. Орбита тьмы. Волшебник. Противостояние». Наконец-то на видео легендарный Джек в стране чудес. Полнометражный красочный мультфильм по мотивам сказки братьев Гримм. На 100% диснеевская мультипликация. Непревзойденное японское качество и небывалый успех в кинопрокате. Мультфильм «Джек в стране чудес». Купив вашему ребенку фирменную кассету мультиков от Я, вы можете стать участником конкурса и обладателем главного суперприза семейной путевки в Евро-Диснейленд. Условия мультконкурса. Дорогие малыши и их уважаемые родители, нарисуйте вашего самого любимого героя мультиков от ЕА. Вырежьте из упаковки кассеты фирменную эмблему ЕА и ответьте на два вопроса. Сколько у вас видеокассет с мультиками от ЕА? Как зовут всех главных героев мультиков от ЕА? 10 самых лучших рисунков с правильными ответами, а также все письма, которые вместе с ответами на вопросы и рисунком вы вложите 9 вырезанных фирменных эмблем ЕА, разыграют наш главный суперприз – 3 семейные путевки на 3 человек в Евро-Диснейленд. А также поощрительные призы – кассеты и комплекты кассет с мультиками от ЕА. Ответы на вопросы, рисунок и вырезанные эмблемы присылайте по нашему адресу. 620 095, Екатеринбург, улица Малышева, 101, абонентский ящик 130. Соберите полную коллекцию мультиков от ЕА.